think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас утренний обзорчик. Посмотрим, что у нас интересного в выходные. После пятницы 13-го кача задротства в код. Что у нас сегодня интересного? Accumulation Pack. Ну, в принципе, такое себе, честно скажу. Говняный Accumulation. Так, понятно. За десятку четвертая часть. Фигня. 10 карт, блядь. Жесть, короче. Так, чё по пакам? Ничего интересного нету. Окей. Коллекционер. Ну, коллекционер, как обычно, на высоте. 40 тысяч кгшек. И расходники 500 и 300. Ну, блин, реально круто. Мастер рун, донатная карта. Так, дискаунт. Кстати, монетки были, заработали. Блин, надо было не нажимать все. 15 сумок, ну, в принципе, можно тоже забрать. А, нам... Не, хватит. Хватит. Десятый бог войны. Жестко. Ну, плюхи улучшили. Монетки можно было получить с акции. Не знаю, есть она еще или нету. Сейчас посмотрим. Сейчас еще питомцев докачаем немножко. Акция реально обалденная, как по мне. Так, настолочка есть даже. Так, плюшки забрали, островок. А, ввели опять дерево. Ну, дерево, ну, бессмысленное. По сравнению с той акцией, ну, дерево вообще ни о чем. Честно скажу. Там расходники просто бомбические. Не знаю, сейчас глянем, оно и есть или нет. Так, 500 здесь. Что у нас тут? Лис. Роза. Ну, тоже довольно-таки неплохая настолочка. Так, за вход залогинимся. Все, акция-то закончилась. Она на русском сервере сейчас идет. На русском сервере она идет, и реально под нее тратить стоит. Так. Ну, видите, можно не спеша даже с разных акций сейчас получить. Ну, без доната есть возможность. Правда, нету столько ресурсов, но получить кристаллы на бездонатах очень просто. Кстати, манки хреновенько падает. Другие лучше падали. Обезьяна что-то хреново падать начала. Так, отлично сделали. Я немножко улучшу. Ну, почти до 35-го уже докачал. Обычно что-то хреновенько идет. Скилл потом докачаем. Так, соки, поехали на немочку. Потом забежим на русский, еще посмотрим. Что да как. Так, карта сменки. Шоподер. Так. Роллин Энгварден. Понятно. За вход. Орбы. Ч
Ничего такого нового нет. Карточка. Островок. Сейчас будет по-любому Аскола Героя. Не, нифига себе. Странно, странно, что нам Аскола Героя не упал. Но пока ничего на немке не обновилось. Нормальный музончик. Солнце жарит, весна пришла. Так, поехали на русский сервер. На русском сервере, кстати, настолки или хватайки уже тоже давненько не было. И самое интересное, что на русском сервере до сих пор не запустили фонтан. Вообще просто тупо игнорят этот момент. Фонтан на всех серваках новый уже был, а то у некоторых по 2-3 раза. Так, подарок субботы, базар сокровищ, войди, накопление, бонус цветущий, разбей, большая, подарки тут, сокровищница, затонувшие сокровища. Вот та новая акция, за которую ребята спрашивали, многие писали, это донатная акция, я уже посмотрел ее. Так, на русском, как обычно, в акцию просто зайти невозможно, судя по всему. И нихрена. На столку хоть зайдем. В общем, на русском я не знаю, что за фигня. Но реально беда. Беда. Разбиватель, карта богатства, парящий. Не дает просто тупо зайти даже. Вот такие вот, ребятушки, дела на русском сервере. Пакет накопления. Как вариант. О, нифига себе. Набор за один самоцвет, ребят. Не забудьте, забирайте. Вторая карта. Шанс получить халявного героя. Так, окей. Давайте тогда сейчас я АС подрублю, значит. Попробуем на АС забежать. Андрюхе посмотрим, что там у него делается заодно на аккаунте. Так, день замка владельца. Бонусные предметы. Вот оно, затонувшие сокровища. Есть на английском сервере, то есть вот так вот, если не смотреть ниже, вроде интересна новая акция. Купите 3000 самоцветов за один заказ, чтобы получить один шанс на вход в снежноземье. Блять, еще сложно с утра читать. Всего здесь 10 уровней. Перед каждым новым уровнем вы можете открыть один из 4 мешков подарка и получить предварительные награды. Вот так вот. Осторожно, выпустишь меня. Ну, короче, это то же самое, что слови оленей, походу, да. Наподобие слови оленей. Один из 4 мешков подарков получить предварительные награды. Только немножко по-другому отличается. Разбей яйца и все. Коллекционер. Ну, коллекционер тоже классный, крутой. Карта донатная за роллинг, но на бездонате. Ой, говорю, на бездонате. Коллекционер на английском, мне кажется, по расходникам покруче будет. Так, что у нас тут? Тут у нас все тоже. Карты. Расходники. А ну, эмблему не посмотрел, какую там продают. СУшку. Карта богатства. Парящий остров, фонтан. Ну, в общем, такое.
Ничего такого нового, интересного не вижу. Так, что Андрюха делал? Смотрю, донатил, что-то силу немножко поднял. Он решил поперекачивать героев. Кстати, ребята, Асгард Рус, АС серию, ребята, играют 700к плюс. Кто играет, кидайте заявочки, вступайте. Или активная в топе. Так, ну вроде все. Больше ничего такого. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.